Всем привет! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм куклы Лол, королева-пчелка. Мы уже до этого рассматривали с вами одну из моделей королев-пчелок. У нас их несколько на сайте представлено. И вот сегодня мы рассмотрим другую, вторую модельку, которая немножечко отличается от предыдущей. Она у нас вот в таком запечатанном виде продается. И давайте посмотрим, из чего состоит комплект. У нас здесь товар вложена визитка интернет-магазина. На ней вы сможете найти всю необходимую для вас информацию. И давайте рассмотрим, из чего состоит комплект костюма. В комплект у нас входит вот такая вот объемная шапочка, головной убор из золотистого материала. Все очень красиво блестит, переливается. Вот так вот это выглядит сзади. Вот так вот. Посмотрите, такие вот большие рожки. И внутри шапочка у нас на подкладочке идет. Вот так вот выглядит шапочка. Она универсальная, одного размера. Подходит абсолютно на любую голову. Такая вот шапочка. Далее в комплект входит имитация обуви, вот такие вот ботиночки. Они также из плотного материала, внутри они набитые немножечко, такие с подкладочкой. И подошва у них из заменителя кожи, вот можете посмотреть. То есть данные ботиночки можно носить как в помещении, так и на улице, они не одноразовые. Их можно одевать много раз, им ничего абсолютно не будет, потому что они очень плотные. Они абсолютно из такого же материала, как и шапочка. Вот такие вот яркие, золотистые. Очень удобные, они универсальные одного размера. То есть их можно одевать даже на ботиночки. То есть они довольно свободные такие. Вот так вот выглядят ботиночки. Далее в комплекте у нас идет такая вот юбка. Юбка черная с золотистым цветом. Юбка идет у нас на резинке, тянется по талии. То есть абсолютно на любой размер. У нас внизу идет как бы подкладочка такая. Фатиновая, черная. Такая юбка объемная. Так вот выглядит юбочка. Здесь все аккуратно у нас, все прошито. Юбочка довольно пышная. В комплект к юбке идет еще белый подъюбник, который одевается вниз под юбку. И он расправляется и становится такой вот большой, вот объемный. То есть, если вы хотите, чтобы был большой объем, просто одевайте подъюбник вниз. Он также тянется на резинке. Можно даже юбку одевать и без подъюбника, потому что она и так довольно пышная. Но чтобы придать еще больше объем, просто вот одеваете подъемник. Вот такой подъемник. Комплект у нас идет пояс. Вот такой вот из золотистого материала. Блестящий пояс. И вот такая вот кофточка. Черная с золотистым цветом кофта. Кофта тянется, материал тянется. Здесь вот такие вот как крылышки у пчелки. Рукавчики прозрачные из сеточки. Такая бежевого цвета сеточка идет с длинным рукавом. Сзади кофточка выглядит вот так. Здесь у нас на кофточке сзади есть приспособление, чтобы можно было как корсет затянуть ее. Вот здесь у нас ленточки в комплекте также входят золотистые. Ну, продеваете и уже сами затягиваете так, как вам нужно. То есть можно регулировать, как на корсете. Вот весь набор королевы пчелки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.